Вот фасадные вот эти вот крылышки, там у нас мы планируем фотозоны. Вот здесь, на этих лучах, и задействовать вот ту площадку, значит, ту аллейку. Это у нас выставка плодов, цветов. Площадь Дворца культуры «Современник» преобразится. Организаторы фестиваля творчества людей старшего поколения «Серебряный луч» уже все распланировали. Большой городской праздник – это инициатива серебряных волонтеров. Они решили придумать фестиваль специально для людей пенсионного возраста. Есть возможность поучаствовать в этом фестивале, посмотреть, что есть в городе, что предлагается для этого возраста, для того, чтобы они заняли себя в свое свободное время. Это будут мастер-классы и будут презентации наших творческих коллективов, работающих на базе учреждений культуры и центра ЛАД, куда любой мудрого возраста человек может прийти и найти себе дело по душе. В свободное время отдачи и внуков. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Им предстоит поболеть за участниц конкурса «Супербабушка», послушать и исполнить частушки о Заречном, познакомиться с поэтическими произведениями, посвященными нашему городу, оценить, кто в этом году собрал самый большой урожай. Планируется выставка изделий, которые мы делаем из плодов и фруктов, которые мы вырастили, то есть пироги, семейные пироги, те, которые по традиции пекутся в каких-то во всех семьях, изделия, которые мы консервируем, сатэ, соусы и так далее, так далее. На домашние соленья, варенье и печенье можно будет не только любоваться. Обязательной частью выставки станет дегустация продукции. А еще всех собравшихся ждут танцы, песни и выступления участников фестиваля «В песнях останемся мы». Событие такого масштаба для пожилых людей пройдет в Заречном впервые. Организаторы фестиваля уверены, он поможет горожанам, ушедшим на заслуженный отдых, найти себя, встретить единомышленников. А активисты серебряного возраста охотно примут в свою семью новых друзей. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».